Всем доброе утро, всем привет-привет. Мы на рыбалке. Как говорится, рыбалка — это азарт, а азарт — хуже поноса. Вчера вечером съездили, немножко половили и с утра опять рванули. И нашли вот такое вот чудесное местечко. Сейчас посмотрим, что поймается здесь. Что-то вон дедок собирается, ушел. Или на другое место. Или они тут сидят с 4 утра. Мы вот только пришли. Вчера вечером съездили, нас дедушка один подсказал. Нам понравилось. Мы вчера там 5 штучек поймали. Домой поехали. Были-то всего полчасика-то, наверное. Вон вдалеке, на пригорке. И домики. Вот, наверное, вид у них обалденный, кто там живет. Наверное, любуются целыми днями. Что-то он круг какой-то прыгает. Красотища. Красота неописуемая. Соловушка где-то поет. Прохладненько. С утра. Обещали вроде дождь и похолодание, ну не знаю, пока тепло. За день может испортится погода, а может быть и нет. Я тут прячусь в тенечек, чтобы в камеру не засвечивало. Опа, смотрите, как красиво. Это просто обалдеть. Это все заливные луга. Речка маленькая, Артаних, она вот сейчас разлилась весной. А летом так-то будет еще сухо. Ну, не сухо, но такой красоты тут уже не будет летом. Вон далеке дедушка сидит, рыбачит. Ну все, сейчас немножко полюбуемся и будем пробовать ловить. Пока-пока. Вот там мы, по-моему, были вчера. Ага, вон между теми деревьями. Ничего, ловилось у нас. Сейчас слезть не получится. Переберемся. А так хорошо здесь, тенечек. Сейчас солнышко за дерево туда спрячется. Не будет в глаза лупить солнце. Ну все, пока-пока.